Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» пройдет в Сарове с 19 по 29 апреля. Эта традиционная волонтерская акция зародилась в конце 90-х годов в Москве. Инициативу столичных добровольцев быстро подхватили и регионы. Несколько лет назад к акции присоединился Саров. В прошлом году в ней приняли участие около 3000 горожан. Представители ресурсного центра добровольчества отмечают, что интерес к неделе добра растет. В этом году к нам присоединились студенты, зооволонтеры и поисковики. Много волонтерских объединений в этом году подготовили ряд мероприятий для нашего календаря добрых дел. В этом году мы решили поощрить волонтеров и создали на платформе Добро.ру мероприятие, в котором будем проставлять волонтерские часы волонтерам, которые активно участвуют в наших акциях. Активностей в рамках весенней недели добра предусмотрено очень много. Традиционно акция включает в себя мероприятия из сферы экологии. Это и посадка деревьев, и уборка мусора, и сбор отходов на утилизацию, и традиционный эко-квест «Чистые игры». В этом году акцент сделали и на семейное волонтерство. Наш городской клуб молодой семьи организует для молодых родителей с детьми познавательные мероприятия с экскурсией на станцию юных натуралистов. Кроме того, на следующей неделе активисты клуба посетят педиатрическое отделение нашей больницы и подарят маленьким пациентам праздник. Также в рамках недели добра у нас запланировано проведение патриотических молодежных акций. Много внимания мы уделяем и помощи животным. В событиях в сфере добровольчества примут участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители волонтерских движений города. Принять участие в неделе добра может и любой горожанин. Сделайте доброе дело и расскажите о нем в соцсетях. Поставьте хэштег «Неделя добра Саров» и о вашем хорошем поступке узнает весь город. За подробной информацией о мероприятиях «Неделя добра» следите в группах ВКонтакте молодежного центра или ресурсного центра добровольчества. Или обращайтесь по телефону 99 113. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.